любой автомобиль Porsche со штатным головным устройством PCM 3.1 или CDR 3.1. К нему мы подключили дополнительную навигационную мультимедийную систему в виде Apple TV. Весь штатный функционал сохранится. Если нужно перейти в режим дополнительной системы, то нажимаете кнопку NAV, обратно то же самое происходит. При включении задней передачи всегда в приоритете штатная система парковки из любого режима. Это говорит о том, что весь штатный функционал сохранился, ничто не поменялось. Абсолютно любой контент, который находится в Apple TV, вы можете применять без каких-либо ограничений. Если у вас есть дома Apple TV, если там есть проплаченный лицензионный контент, то вы можете также спокойно пользоваться, если введете ваш ID в это устройство. Также абсолютно все, что есть в телефоне, вы можете задублировать и выводить на штатный монитор с помощью штатных функций Apple TV. Часто пользуются Яндекс.Навигатором, ну или какие-то любые другие ваши личные вещи можно вывести тоже на телефон, телефонную книгу. Все работает быстро, шустро, качественно, и оригинальный функционал не теряется, не урезается, не ограничивается. Все на самом высоком уровне и с гарантией на срок владения автомобилем.